Всем привет, ребят. Ну что, решил сегодня вам записать очередной трешечок, я бы так сказал. Это у нас будет субботнее веселье, так его назовем. В общем, как вы знаете, на всех рынках на выходных, в принципе, самые такие топовые акции, как и на русском, так и на английском, так и на китайке, возможно, там и на других, но я вам всегда показываю обзоры на три сервера, больше просто смысла нету тянуть, я как бы этим не особо увлекаюсь уже, поэтому покажу вам чисто три. Если бы я сидел дома и чисто занимался ютубом, геймингом, я бы вам показывал, наверное, все сервера, которые есть. В общем, у нас сегодня трешечок, покажу вам и расскажу. В принципе, вы сами думаете, поймете, где лучше донатить, на каком сервере лучше все-таки играть и сравните, и скорее всего поймете, что нас дальше ожидает. Когда-то я вам показывал, когда у нас добавили камни на английском сервере, на других начали продавать, я вам сказал, что будет и руны полным ходом, будет улучшение девяток. На сегодня есть шанс того, что появятся девятые руны очень скоро, питомцы, потому что их очень много продают на английском сервере. То есть новые левела. Питомец однозначно новый будет, я вам его показал. И скорее всего выйдет новый донатный герой, либо дракон. Ну, я думаю, скорее всего, что донатный. Время пришло уже. Итак, смотрим и офигеваем. Начнем мы самого топового на сегодня сервера по донату. Это английский сервер. Что вы видите? Большой пак. Да, он в два раза дороже, чем на русском. Но за большой пак вы имеете два огника, ребят. Два. Не 20 осколков, не 30, не 40, не половину, а целых два огника. То есть, по сути, за один пак на русском большой вы имеете огника, 20 топовых сундуков, 500 сумок, 500 книг и 100 сундучков первых. В общем, вот как-то так. То есть это большой пак на русском. Где как бы справедливость, да, чем русский хуже. Это раз. Дальше смотрите, вот Лазуликс, да, там, ну, Ледяной Феникс. Смотрите внимательно, 50 это как большой пак и плюс рунки, посмотрите сколько всего. Ну, а остальные я вам уже не показываю, за 20, там, 10 баксов вольт. Вот питомцы тоже. В последнее время очень начали они активно продавать и первых питомцев, и другие. У меня, конечно, их уже перелимит. Но опять же, смотрим дальше и удивляемся. Большой пак, два раза дороже, чем на русском. Фактически вы собираете лазуликса. Почему? Потому что у вас 30 сумок и ледяха 150 осколков. То есть вы его в любом случае тоже получаете. Вот так вот за один пак. Ну, два на русском больших. То есть запоминайте, смотрите. Некрос 25 плюс топовые рунки. То есть если брать одного, да, там 15 рун и 25 этого. Ну, тут дальше уже пошли такие себе. 10 баксов, 1000 смерть. Ну, вот смертушка, новый питомец, который был предпоследней обнове, тоже классный. И скины на Огника. И посмотрите, сколько дают орденов. Хорошо, помимо этого, здесь есть коллекционер, который выходит там раз пару дней. Да, он не особо топовый, но если выбиваете Лазуликса, получаете топовые плюшки. Я вам это уже показывал не раз. У меня есть такая рубрика по 150, и я практически всегда по 150 выбиваю его. Ну, другие акции, в принципе, вам вчера показывал. Все как бы, все как всегда, здесь топово. Окей. С этим сервером разобрались, запомнили акции, побежали на китайский. Русский мы оставим на закуску, на потом. Китайка.
Здесь донат дороже, чем на английском сервере, дороже, плюшек меньше. Но чем он плюсе? Вот есть такая акция затрату, вы получаете огника. Затрату 160к можно купить как донату, так и без донату. Топовые талантики, ну все как всегда. Здесь для без доната круче, чем на английском однозначно. Такие акции на трату, ну они не особо такие выгодные, но есть одно но. Посмотрите, вот за 300 самоцветов вы получаете 10 смен, 10 карт и такую карточку. То есть для без доната вот это вообще просто жесть. То есть если вы будете там использовать квест, у вас плюс 2700 будет, уберем одну эмблемку. Но их не нужно тратить. Смотрим дальше. Вот такой вот рынок. Ну, конечно, с английским он не сравнится, если брать. Но тут тоже своеобразные итемы продают. Вот видите, восьмые рунки, сумки. Ну, то есть с английским не сравнить однозначно. Смотрим дальше. Тоже продают, в принципе, неплохой пак. Вот такой пак, это как на русском, большой. И вот такой вот пак, это два больших. Ну, как бы тоже, в принципе, неплохо. Можно прокачать героев при нужде. Помимо этого, здесь есть такой вот бинго. Самое интересное, хрустальный сундук. Посмотрите, какие здесь награды в хрустальном сундуке. Да, они дороже, чем на русском сервере. Такие же, как и на английском. Но посмотрите, 800 камней и 2000 вы получаете. 1000 книг, 1000 слизней и огника. В принципе, половину собираете. То есть, вот так вот. И довольно-таки неплохие награды вот эти все. Помимо этого, пират с мешками огника. Ну, тут, в принципе, его смысла играть нету. Но тоже довольно-таки неплохой пират. Так, ну акции тут каждый раз разные, в принципе, вам их показывать не буду. Здесь довольно-таки часто вот, три штучки словил. Награды идут за убийство архидемона. Сундучок открывает нам фонтан, точнее. То есть, как видите, тоже очень-очень все хорошо, неплохо. Ну и побежали на самый-самый интерес, то, с чего мы начинали. На русский сервер. Сейчас мы сравним. Русский сервер, все круто. Смотрим, начинаем просто с акции. Ну нету у нас этих акций, фонтана у нас тоже нету, непонятно, как его запускают. Багрома был вчера или позавчера, не заснимал. 30-дневный набор продают, призы за героев покажу. Рулетка удачи, да, заходим там, рулетка удачи. У меня акции. Все никак не доберусь. Ну, лазуликса можно вытащить. Ну, за 60 это, по сути, я не помню. По-моему, по 12 дают. Или по 8. Ну, дохренище надо на то, чтобы выбить. Дают четвертые всего сундучки за максимальную награду. Тут что у нас дают? Ну, восьмую эмблемку, в принципе, более-менее. В общем, такое. Разбей яйца. Счастливое число. Зайди и выиграй. А вот давайте счастливое число забежим, посмотрим. Ой, тут и за счастливое число. Разбей яйца. На английском сервере, да, дороже, но там всегда герои падают. У нас разбивается, сколько я вам раньше показывал, падают расходники в основном. Ну, огнекрыл, ледяной бугимен с Новым годом. Вот такие вот яйца. Возможно, шансы тут улучшили. Но теперь самое печальное. Заходим сюда и смотрим. Набор от Google. Понятно. Ежедневка. Ну, тоже чисто такое. Набор января. Да, можно получить в RG. Там начали 30-дневный. Фигня полная. 1000 героев. Ну, не сравнится, да, вот 1000 героев, это, по сути, вы потратите 150 тысяч самоцветов и получите вот такие вот призы. Теперь сравните, что вы потратите 150к на английском, ой, на китайке, чуть-чуть лучше, какие там вы призы получите. Ну и самое основное, вот то, ради чего я вам видосик заснимаю,
сравниваем. Для того, чтобы получить Лазурикса, нам надо два больших пака на английском. То есть Ледяного Феникса. Посмотрите на награды, на плюшки. Я думаю, no comments. Посмотрите на Огнекрыла. Чтобы собрать, нам надо, получается, что там, 40 осколков, это половинка. И на 5... То есть 2,5, ребят, 2,5 пака английских больших, чтобы получить огника. А там за один большой вы можете получить 2 огника и кучу итемов. То есть вот для сравнения в 2,5 раза, а то и больше, потому что там еще другие плюшки. Посмотрите, какие тут у нас дают. Огник. Да, огник стоит у нас полпака, как и на английском, но кучу всякого хлама к нему продают. Что я могу вам сказать? Вот самые, скажем так, основные показатели, вот тут два верхних пака. То есть, по сути, в 2,5, в 3 раза у нас невыгоднее играть на русском сервере, чем на английском для доната. Для бездоната тоже сложнее всего. Здесь я и начал бездонатный аккаунт, потому что если бы я начал на китайке, там уже были бы топовые таланты, и мы бы тащили, там вау было. Не хочется этого делать, хочется просто чисто потрешивать. Вот так вот, ребят, вот такое вот вам сравнение, чтобы вы понимали, вот, насколько на английском сервере скидки и что нас ожидает дальше, потому что английский сервер — это показатель как бы следующих обнов. Это я в этом уже уверил, ну, убедился сам, потому что начал там играть, и все-таки если там начинают конкретные распродажи, значит, будет что-то с этим связано в дальнейшем. В общем, вот так вот, пишите комменты, что вы по этому думаете. Вот такие, думаю, такую рубрику вам запускать, там, не знаю, периодично показывать обзоры, рассказывать для тех, кто как бы думает, донатить, не донатить, на каком сервере лучше играть и начинать, и что, где выгодно брать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.